Ну что, Сендерсов, приветствую. Мы продолжаем проходить Tomb Raider. Да, мы посмотрели в прошлой серии здесь, я записывал подряд. Вот, блин, очень большая локация, очень много лута, поэтому... Саша, поудобнее, приятно писать, только уж приятно еще пикать чаепитики в Питере питья. Вот, приятного просмотра, а мы начинаем. Так, что здесь? Мы здесь, собственно, почти все болтать. Ну, блин, здесь все болтать можно отдельной серии. Просто смотри, какая здоровая локация. Здесь реально много, прям много лута. Прям реально много лута здесь довольно-таки, и как бы да. И как бы хотелось бы все залутать, да. Да? Так, ну нам вон туда. Но еще что-то где-то вот там есть, да? Вон там что-то где-то еще есть. Нам понимаешь, что нам вон туда дальше, но там что-то еще есть. Сначала я все, блядь, облутаю нахуй, я сказал уже. Так, не, мне туда не надо, не-не-не. Да, я пока не хочу идти. Блять, здесь мы... Здесь, блять, столько пространства, и, блин, можно же было... Ну, я думаю, они так и сделали, разработчики. Просто дофига солута запихали. Типа, держи, на. Здесь мы были же, да? Да, здесь мы были, здесь коробочка была с патронами. Так, ну, собственно, ладно, погнали туда, в ту часть. Тот угол, да, он туда... Вон там что-то есть, потому что мы там попались в прошлой серии, да? Мы там попались с вами в прошлой серии, и там были челики, да. Как ни странно. О. Это тоже нельзя пропустить. Так, погнали, да. Блин, здесь я говорю, наверху и внизу дофига лута должно быть. Прям вот, блядь, я прям чую, что он здесь есть. Тут. Здесь стрелы, понятное дело. Ну не может быть просто так все, ёпта. Не может, что разработчики сделали такую большую локацию, да, где прям дофига лута можно запихнуть. И такие, а, да, ну нам похуй, надо, держи чуть лута себе и все. Не-не-не, должно быть много лута. По крайней мере, ты рационально, типа, использовать данную местность на типа, реально. Те, кто захотел, те, кто шар взяли, нашли. Блядь, ты шо, мать, ты шо. Взяли, короче, на, ну, типа, просто походили здесь, пошастали, блядь, столько лута, ну, получили. Лагерь, да. Сначала мы идем туда. С тобой. Собственно. Здесь вроде я все собрал. Что только можно было. Да, здесь вроде все я собрал, что только можно было бы. И нельзя собрать. Там вроде ничего не, да, такого. Опа. Не, вроде я вот тут дух собрал, вроде, да, полностью. Вроде собирал я полностью все это дело. Блядь, реально большая местность. Столько лута здесь. Ёбаный сыр. Я говорю, я может даже еще не все. Вот, видишь, смотри, опа, спрятанный. Я тебе про что и базарю. Я тебе про что и говорю, что видишь, здесь его очень много этого лута. Реально много. Здесь нет такого, что здесь реально, ну, я думаю, разработчики, типа, ну, не стали бы просто так, типа, делать. Такую большую, блять, огромную местность. Да, мы там были, там уже лутало. Ну давай, бля, ну. Давай, ладно, похуй, ты не ангел, посмотрим. Я вроде там уже лутал, то есть. На верхушку самую. А не, нихуя, смотри. Патрон. Да, здесь я точно лутал. Это я помню. Здесь я точно лутал. А вот верхушку, скорее всего, нет. Хотя, может, и лутал. Посмотрим. Не-не-не, здесь патроны лежат. Там я лутал. Опа, подожди. Мать, подожди, стой. А, мне показалось. Здесь я лутал. Да, здесь я лутал. Блин, огромное просто. Вон там, смотри, что-то еще есть. Ёпты. Может, туда сбегаем, я не знаю, ну там, вот, вон. Ебать того рот, ну ты прикинь, просто вот. Просто с нихуя так взял, заметил, все.
Я взял и заметил, прикинь. Ой-ой-ой. Здесь идут дохуя лута просто. Очень много. А это для чего? Опа-на. Вот эта тема мне очень интересна, куда жду-то. Сука, я попаду. Ту-ту-ту. Еще. Ну что, пойдем туда, куда я хотел идти изначально, да? Там, где мы в прошлой серии с вами попались. Собственно, да. В ловушку. И там тоже что-то они, видишь, охраняют. Потому что здесь в прошлый раз что-то охраняли и... Ну, не очень прям, чтобы жир, конечно, но охраняли. Так, здесь мы были, поэтому сюда забираемся. Где-то, короче, здесь, да, у нас тема была. А, вот здесь вот, вот. Вот, во-во-во, смотри, сколько лута. Не слышишь? Ну здесь я вроде бочки всегда похуярил, вроде, да? Ну погнали. Принесем ее. Тревога! Блять! Тварь ты ебаная нахуй! Я понял. Бля, я просто взял бы. Да, можно быстрее перезарядиться, ты! Да блять, да какого хера? А, ну, сейчас я затупил. Просто он перезаряжается вечно. Что это такое? Мать, ты чё? Так я понял, сначала идет автомат дело, я понял. Пошел в пизду. Быстрее, мать, быстрее, быстрее. Поссать нахуй, поеду. Не могу тут быстрее. Просто пиздец. Не с первого раза же по игре прошел, блядь, жестко. Сейчас нахуй сосуд собирают, блять. Блять, и патроны, прикинь, закончились на этом. Дробаша. Жестко. Еще одна жертва. Боже. Блядь. Зачем они это делают? Я не знаю, блять. Ёбнутый, что ты хочешь все? Подожди, я его залутал? Не, нихуя.
Вон сколько сейчас всего будет здесь. Потом погоняем с вами в лагерь, все сделаем. Просто смотри, ебанешься. О, патрончики как раз еще есть. Так, серьезно? Нет, серьезно. Так, ну собственно, погнали, залутаем. Бля, вот это, да, вот это жестко, конечно. Я не знаю, зачем они это делают, слушай. Что здесь? Ну, здесь тайник. Подожди. Видишь, нам туда показывают, туда идти. Все показывают туда идти. Сейчас, подожди. Пиздец, блядь. Осуждаем такое. Так, ну вроде все, погнали туда. Ты чё? Я хочу туда спуститься, алё. Поехали. Блять, смотри, что там внизу. Сюда опасно, да, спускаться? Как будто бы опасно сюда спускаться. Нам же вообще сюда, да, с тобой? Не, мы вообще где-то в другом месте. Это гробница здесь. Здесь гробница есть, прикинь. Гробница. А мы, это гробница, как раз и есть, мы прикинь, мы в ней как раз и есть. Эти факты. Бля, мы сейчас в гробнице, прикинь. Мы с тобой в гробницу мы пришли, что видишь? Мы прошли здесь путь. Вот мы здесь. Статуя императрицы Солнца. Это было священное место. Что это, блядь? А, да, наверное, блядь. Сейчас позакидывай, подожди. Здесь прям много всего. Это вот интересно очень. Подожди ты. Подожди нах. Попозже чуть.
Ладно, давай с тобой сейчас сделаем. Нам дают возможность, надо воспользоваться. У нас с тобой очко, одно очко есть. Наука. Опа, у нас же специалист, да, с тобой. Тяжело, если вы правильно распределяете нагрузку, можете носить еще больше боеприпасов. Вы получаете больше опыта из-за искусственных. Ага. Так, хорошо. Так, давай-ка посмотрим вот это. Вы можете недолго вводить призывник строки, но нет, мне не интересно. Ледоруб можно нанести ужасную увечья. Атаку с уклонением после уворота от атаки воткните стрелу противнику в колено, чтобы он потерял равновесие и открылся для удара. Это, кстати, интересно очень. А здесь что у нас открылось с тобой? Освоено. Ловкость увеличивает скорость лазания, уменьшает урон от падения. Вы лучше ориентируетесь в пространстве, способны видеть то, что другие не заметят. Вот это, кстати, интересная тема. Но я бы, наверное, либо вот это. Бля, я даже не знаю, что нам правильно. Нет, давай, Антон, давай вот это, ладно. Факт замечен благодаря инстинкту выживания, видны на карте присвечи сквозь стены на близком расстоянии. Вот это мне нужно, да. Вот это очень нужно. Так, хорошо. Так, что у нас дальше с тобой? Давай прокачаем. Что у нас тут за оружие есть? Автомат, винтовка. Так, а лук, что? Не, все. Ты смотри, что можно сделать. Ну это ладно, давай сначала посмотрим с тобой автомат. Что тут автомат хотят дать? Шо здесь? Магазин больше. Кожух ствола, вентилируем кожух ствола, позволит повысить точность и урон от выстрелов. Вот это мне нужно, да. Так, двойной магазин, два магазина с кривым скотчем, увеличит скорость перезарядки. Но вот это мне нужно. Перезарядка нужна прям ебейшая. Так, пес, что тут у нас пестом? Ну, здесь осталось только вот эта тема, да, и вот это. Это мне не хватает. Это мне не хватает, мне это не интересно. Я бы дробашку, конечно, тоже подделал бы. Рукоятка. Рифленая передняя рукоятка помогает стабилизировать оружие и уменьшить отдачу. Ну, урон нужен. Кожух ствола. Вентилируемый кожух ствола уменьшает очень урон от выстрелов. Съемная насадка на ствол уменьшает разлет дроби и увеличит дальность поражения. Ну давай мы с тобой вот это возьмем, сейчас сделаем. Как хорошо, да? Как хорошо. Это мы с тобой столько лут нашли, прикинь, 1000 просто, на 1000 нафигачили. Тогда сохранимся сразу с тобой. Так, чё, let's go получается. Погнали сюда. Туда нужно, да. Я понял это все. Мы...
Да, попробуем. Почему она с нами не поднимается, эта тема? Это вот очень интересно. Вам погнали. Блять, ну ты ебаный! Дурак, я. Давай! Блять, я нахуй сейчас просто охуею, блять. Ёпта, да давай! Блять, Лара, Лара, ты ебанутая, блять? Ладно, ладно, сейчас тебе. То три хватает, в принципе. Здесь сундучок для нас. Для этого мы хотя бы что? Для сундучка. Ух ты. Новая модификация. Что за модификация? Ладно, я понял. Так, ну что, ладно, let's go, а то и так долго здесь уже находимся. В принципе, конечно, я понял, что гарнизон, новые модификации, да, дают и тому подобное. То есть очень хорошо дают. И я запомню. Блять.
Ну, документы меня мало волнуют, а вот здесь вот мне очень интересно, что здесь. Погнали. Полезно, полезно, цена. Подстал. Давай, давай, давай. Подстали хоть сава, блядь, да, все вместе нахуй. Как хорошо, да, вам стало сразу. Пиздец, блядь. Ну, хуёчек подсосал, и все, такие, а, бля, крутые, а, нахуй. Все это женщина, блядь. На женщин, которая отъебала просто, блядь. Кто и кто за нее играет? Ай, ай. Не зря мы с вами в гробницу сходили, в гробницу мы с вами не зря сходили. Ну, типа, большинство я только два документа не нашел. Два документа только не нашел, все, но здесь мне более интересно, там дальше. Сам еще есть.
Ну, что, давай с тобой сделаем. Давай, ну так, чуть прошли, да? Оставим это на следующую серию, с тобой сохранимся, собственно, да? Скажешь, почему так? А почему так? Потому что вот так вот. Поэтому, ребят, спасибо за просмотр. Кто смотрел, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем подписывайтесь на канал, тоже не приятно. Телеграм-канал на ваших экранах, там инсайды бывают. И уведомления видео, чтобы вам было просто удобнее получать уведомления видео, когда оно выходит, да? Вот, в принципе, все. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующих сериях. Давайте.